В понедельник японские спасатели оказывали помощь сотням человек, которые стали жертвами наводнений, вызванных проливными дождями. Сообщается об одном погибшем, еще по меньшей мере трое числятся пропавшими без вести. Бедствие обрушилось на западные регионы страны, сильно пострадали сельские районы. Сотни детей пришлось эвакуировать вертолетами из летнего лагеря в префектуре Ямагути, поскольку размыло дороги. Дети провели ночь на возвышенностях, спасаясь из затопленных палаток. В наших палатках было много воды, было по-настоящему глубоко. Да, мы переживали. Вертолеты также использовали для эвакуации около 50 пожилых людей, чьи дома оказались отрезанными водой от остального мира. В соседней префектуре Симоне за полдня выпала месячная норма осадков. Местные жители говорят, что непогода застала их врасплох. Я впервые вижу, чтобы все было так плохо. В поисках пропавших без вести и оказании помощи пострадавшим в этих отдаленных регионах Японии принимают участие и военные. По данным японского метеорологического агентства, климат в стране с каждым годом становится все более влажным. За последние 30-40 лет количество осадков, выпадающих в виде проливных дождей, увеличилось на 36%, а к концу века, как ожидается, увеличится на все 65%.